Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Стаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. У Кеплер, группы, за которой я все-таки слежу, потому что слишком активно я следил за шоу, песня называется Sugar Rush, и она вышла изначально на YouTube, ее нет на самом деле. Есть, разумеется, аудиоверсия повсюду, а на YouTube есть превью, потому что этот клип распространяется на Universe Music, этой дебильнейшей, на мой взгляд, платформе, для которой вот компании всякие разные, причем крупные достаточно, отдают эксклюзивные права на клипы, и в итоге вот мы получили на полторы минуты какой-то клип в YouTube. Это неправильно, разумеется, добрые люди уже выложили стыренную версию из... Universe Music выложили на YouTube в более-менее нормальном качестве, я ее именно буду смотреть. С большой вероятностью, хотя не могу гарантировать, этот ролик заблокируют где-нибудь, либо по всему миру, либо в России, не суть важно. Поэтому заранее, товарищи, если вы не услышите аудио на этой реакции, на фоне, именно меня услышите, а аудио из песни не услышите, просто имейте в виду, что на YouTube за это блочат. Поэтому... Заходите в описание, и там будут ссылки на ВКонтакте, на Яндекс.Дзен, на Рутюб, на все что угодно, где таких проблем не будет, где можно будет послушать полную реакцию. Вот, так что вот так. И вообще, это на будущее тоже хорошая штука. Ладно, товарищи, давайте, перед началом реакции попрошу поставить лайк. И поблагодарю людей, которые меня поддерживают на Бусти, в особенности Шуру, Илью Просина и, наконец, Ногури. Давайте же, 3, 2, 1, поехали! Да, все записывается. Превью даже смотреть не буду, оно начнется и закончится не пойми где. В этом нет никакого смысла. А тут полноценный клип на 3 минуты с копейками. Девчонки так... А, то есть смотрите, их все представляют, видимо, для японской аудитории. Окей. В этом, конечно, есть... Ну, смысл какой-то, да. О, как я удачно, да, прям даже кадр сделаю, стоп-кадр, слишком мило. Йонын. Ну, конечно, так быстро они мелькают, что поди, их распознай, но всегда можно пос... Почему песня так замедлилась резко? То есть это будет супер-убер-пупер милота? Песня называется «Сахарный диабет». Я просто не помню, как «Sugar Rush» переводится точно. Сяохин Милаха. Это и так супер-пупер-убер-милашная песня. Еще и припев такой. Это мило было почему-то. Нет, девчонки все милахи, конечно. Но, блин, песня пока такая-никакая. Сяутин слишком секси, чтобы кьют-концепт вывозить, если честно. Я на милаха, но извините. Да. И цвета такие постельные, милашные. Хорошо, что у меня чай без сахара, а то бы я сейчас помер. Внутри меня начинает вместе с каким-то умилением зарождаться раздражение. Я сейчас объясню, почему.
Раздражение по одной простой причине, потому что потенциал девчонок, а они здесь практически все дико талантливые, он не используется от слова вообще этой группы. Я не знаю, что хуже. NMIX с ее экспериментами, которые для меня вообще никак не работают абсолютно, ну, совсем не работают. Например, последняя DICE, от которой я прям бесился, и меня все это раздражало чудовищно. Вот, там тоже не используют потенциал девчонок, даже близко, но там хотя бы пытаются во что-то новое. Ну, пытаются, пусть плохо пытаются, но пытаются. Либо вот такой вариант, когда просто выпускают максимально безболезненную сахарную ватную песню, сахарноватную, да, поймите меня правильно, песню, которая ни на секунду не запомнится. Из DICE мне хотя бы ИО запомнило, что там было три части, в DICE, например, да, которые друг с другом не связаны. Периодически девчонки орали очень сильно, чтобы перекрыть музыку. А здесь я вот через 5 минут ничего не запомню. Я запомнил это шуга. Да, это, наверное, какой-то немножко запоминающийся момент. В остальном мелодии толком нет, музыки толком нет, инструментария какого-то толком нет. И девчонки просто мило машут. Слушайте, там есть Юнин, которая шикарная вокалистка и которая шикарная, на самом деле, танцовщица. Просто великолепная. Там та же Сяотин, которая замечательно танцует. Я пока, если честно, ни одного клипа, в который их способности проявились бы в полной мере, не увидел. Там можно просто, блин, такой дэнс-брейк сделать, просто идеальный. Там взять Юнин, там взять Хикару, там взять Сяотин. Они такое покажут. Они такое показывали на, господи, на этом, как его, который я так все ничего не закончил обозревать. Вы поняли. Квиндоми, второй сезон. Ты что, у меня нос-то сегодня чешется? Кошмар, извините. Вот. Наверное, правду говорю, это не та примета, неважно. В общем, такое показывали, так прекрасно танцевали, и этого нет вообще в клипах. Иногда по чуть-чуть что-то покажут, но здесь особенно. Я понимаю, что японская аудитория, но только что я смотрел Ицы, которая агрессивная, классная, веселая песня. Не идеальная тоже, само собой, но вольтаж у них был замечательный, прям такие. А тут просто я второй раз даже смотреть не буду, нет вот никакого смысла. Единственное, что я сделаю, это проверю, как переводится Sugar Rush. Давайте проверим. Мне просто стало интересно. Sugar Rush. Потрясающе. Я вводил Sugar Rush, а мне почему-то получился предмет. Сахарная лихорадка. Что бы это ни значило, сахарная лихорадка. Ну, понятно. Короче, когда ты потребляешь много еды или напитков с кучей сахара, тебе так бодрячок начинается, ты начинаешь бегать, как белка, истеричка. Вот, как-то так. Ладно, товарищи, поставьте лайк этому видео. И если хотите, конечно, поставьте лайк оригинальному видео, но негде, потому что есть только превью. Подпишитесь на мой канал и поддержите меня на Boosty, если вам не жалко. Мне будет очень-очень-очень приятно. И напишите в комментариях обязательно, как вам эта песня. Я подозреваю, что большинству никак, но вдруг кому-то понравится. Помимо визуала, девчонки красивые, это замечательно, но клип, конечно, не выдающийся тоже. Все, всем спасибо, всем пока, особенно спасибо людям, которые меня уже поддерживают на Boosty.